Ну, скоро. Сейчас. Трешки выручи, под халтурю отдам. Трубы горят, сил нет. Иван Ильич, виноводочный только в 11 открывается. Не доживут ваши трубы. Вот. Держите. Коньяк. Виски. Самогон. Что это такое? Дай-ка сюда. Что, откуда такая иностранщина? Ксенька дала. Завтра позвоню Никитичу, пусть других квартирантов ищет в свою комнату. Что-то с утра такая заведенная. Чем тебе квартиранты не нравятся? Ксенька тихая, только ночевать сюда и приходит. И не она мне это дала. Здравствуйте, Ксения Романовна. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Здравствуйте.
and gentlemen, дамы и господа, я надеюсь, вам понравится сегодняшняя экскурсия по Москве. Мы всегда рады видеть вас в гостинице «Россия». Хорошего дня. Бонжур, монами. Игорь Викторович, а вас, между прочим, иностранные туристы ждут. Поторопитесь, пожалуйста. Конечно, Игорь, конечно. Какие мы стали строгие в последнее время. Я просто жду курьера с открытками для твоих туристов. Через 5 минут автобус отправится по маршруту. Время пошло. Здравствуйте. Игорь? Здравствуйте. Да. О, сколько всего. Мне сказали, вы можете все достать. Ну да, вопрос времени. Времени действительно мало. Завтра утром я уезжаю, я готов заплатить на 20% больше за срочность. 25. В противном случае могу предложить вам приобрести то, что вас интересует, в магазине «Березка». Правда, черная икра будет стоить в 2 раза дороже. Я знаю цены в магазине. Я согласен. Товары по списку должны быть у меня не позднее сегодняшнего вечера. Договорились. Товарищ, приходите, пожалуйста, в автобус. Искра Ефимовна, можно? Нужно. Заходи, садись, рассказывай. Ну что... С немцами разобралась, ага. Ресторанов так сделала, испанцы довольны, шведов по Золотому кольцу отправила. Ну, добро. Как там в кино-то было? Посади 7 розовых кустов, перебери фасоль, а потом можешь ехать на бал. Да у нас и тут бал круглосуточный. Да, разве это бал? Так, будни, текучка. А вот что нас ждет впереди, вот это будет бал так бал. Живыми бы остаться после таких... Плясок. 60-летие Великого Октября? Угу. Так это еще через год. Не еще, Ксюш. Всего. Глазом не успеем моргнуть. Так что по этому поводу есть мнение усилить наш отдел. Назначить мне первого зама. Уровень задач, сама понимаешь. Так что собирайся. Поехали. Куда? В горком. Я предложила твою кандидатуру. Отдел кадров поддержал. Правда, они для альтернативы выдвинули Хазова. Ну, это так. Больше для регламента. Я не думаю, чтобы кандидатуру Хазова кто-то рассматривал серьезно. А вот ты должна произвести достойное впечатление. Тук-тук-тук. Приветствую, красавец из орготдела. Ой, Андрей Дермидонович, что вам? Только быстрее, мы торопимся. Горком вызывают. А вы же заявочку на флажке подавали, вот я решил сам проверить. Гляньте, Искра Ефимовна, все ли нормально? Зачем в горком, если не секрет? Секрет, секрет. Все в порядке. Мы потом закажем флажков для ГДР и Чехословакии. Так что спасибо большое, можете идти. Ну что, Ксения, Aufstehen и zusammen Giganten, как говорится, в горкоме ждать не будут. Здравствуйте. Берите, не сомневайтесь, Ирина Иосифовна. Розенлев – это отличная фирма, шведы. Надежнее не бывает. А цвет? Ну, сами решайте, белый, черный, серебристый. Вот она,
проблема выбора. Кстати, насчет выбора. Тут у нас новая должность образуется. Заместитель заведующего орготдела. Начальник отдела кадров гостиницы внес меня в список. Ну вот, если бы и вы тоже поспособствовали. Зачем тебе? Тебе и так должность в гостинице хорошая. Хлебная. Хозяйство, ого-го. Ну, хозяйство, оно и есть хозяйство, а орготдел это совершенно другой коленкор. Иностранцы, первые лица. Искра Фимовна, нынешняя начальника орготдела, она ровесница октября. Я уж на пенсию скоро. Ах, высоко метишь. Ладно, скажу Владимиру Федоровичу. Свой человек на таком месте никому не помешает. Виктор Васильевич, вопрос по гостинице «Россия». Давай. Баскакова Ксения Романовна, 1944 года рождения. Русская, член КПСС, сотрудник орготдела гостиницы «Россия». Рекомендована на вновь созданную должность заместителя начальника орготдела. Кто еще? Хазов Андрей Драмидонович, 1929 года рождения. Русский, член КПСС, заведующий хозяйственным отделом. Человек промыслов. Так, так, понятно. Ой, быстро добрались, еще полчаса до начала. Может быть, в буфет чайку попьем? Тут у них эклеры. Лучше наших будут. Искра Ефимовна, вы идите, а я к тете забегу на минуточку поздороваться. А то месяц не виделись, общаемся только по телефону. Конечно, иди. С такой тетей грех не поздороваться. Да, встречаемся через полчаса на третьем этаже у зала заседания. Давай. Тетя, привет. Ну чего ты волнуешься? Из-за отца. У меня же в метрике прочерк. Я все знаю, мне мама рассказывала. Так, все. Забудь. Ничего ты не знаешь. А если спросят? Ну так и говори, отец неизвестен. Все как по документам. Ты главное, держись уверенно и четко отвечай на вопрос. Ты поняла? Все, давай, иди. Иди, иди, иди. Не пуха. К черту. Мы все понимаем, какие ответственные задачи ложатся на коллектив гостиницы в связи с празднованием юбилея Великого Октября. И я уверена, что Ксения Романовна оправдает оказанное ей доверие и покажет себя. Здравствуйте, товарищ. Сидите, сидите, товарищи. Здравствуйте, товарищ Гришин. Вот решил посмотреть. Знаете. Так. Ксения Романовна. И лет вам? 32. Образование. Филфак Новгородского педагогического. Так вы учительница. По специальности работали? Да, 5 лет в школе. Преподавала иностранные языки, русский и литературу. А в гостинице «Россия» почему оказались? Хочу приносить больше пользы обществу. А учитель? Так вы считаете, сотрудница орготдела полезнее, чем учитель? В моем случае, да. У вас есть семья? Мама умерла, отца я не знаю. Есть тетя Баскакова Светлана Валентиновна. Работает инструктором горкома. А муж? Дети? Мужа и детей нет. Почему? Вы, конечно, довольно молодая женщина, но все-таки... Просто я считаю, что брак – это очень серьезное, взвешенное решение двух зрелых членов общества. А создавать семью, рожать детей только потому, что возраст поджимает, совершенно неправильно. У кого-нибудь вопросы еще есть? Нет, нет. Нет, да? Ну что ж, я считаю, такие кадры нам нужны.
Бойкая дамочка. Посмотрим на нее в деле. А что там насчет подарка нашей испанки? Ну, это из их нового парламента. Я понял, Виктор Васильевич. Мы обратились в Гохран. Они предложили несколько подходящих старинных вещей, ну, с легкими повреждениями. Можно выбрать. Но реставрировать на месте нецелесообразно. Это может привлечь лишнее внимание. Ваши предложения? Мы нашли ювелира в Одессе. Он все отреставрирует без лишних вопросов. Привезем сюда, поселим в России. Пусть работает. Будут кое-какие орграсходы, нужна ваша виза. Ну что ж, подготовь все документы, я подпишу. Проходите, товарищи. Проходите. Гостиница «Россия» была введена в эксплуатацию в 1967 году. В гостинице 3182 номера на 5300 человек. Гостиница «Россия» – самая большая гостиница в Европе. Гостиница состоит из 4-12 гражданин, корпусов, ваш документ, которые образуют прямоугольник. Что сумки откроете? С внутренним двором. Северный фасад, выходящий на улицу Варварка, увенчан 23-этажной башней. Черт, паспорт дома забыл. Я принесу. Выходящий на Москворецкую набережную, по горизонтали разделен прогулочный гид. Я тебе говорю, там мышь не проскочит. Всех гобистов сменили. Новые на входе торчат, сумки шмонают. Понятно. Ладно, спасибо, Шачок. Вот поэтому я тебе это и говорю. Искра Фимовна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы кто такой? Капитан Ракитин. Комитет госбезопасности 9-го управления. С сегодняшнего дня прикреплен к зоне особо важных гостей. Новенький. Ну вот, Ксения Романовна покажет вам нашу гостиницу. М? Я знаю, знаю. У тебя, как всегда, дел, воз и маленькая тележка. Но капитан не помешает. Правда, капитан? Лучшего гида по нашей гостинице вам не найти. Уж поверьте мне. Даже искать не буду. Встреча безделов-то на 15 минут. Да, да, товар есть, все на мази. Да, просто зайти в гостиницу, оставить сумку. Слушай, да подними ты задницу, но не каждый день прошу, ну. Гостиница наша самая большая в Европе, 3 с лишним тысячи номеров. Это я в курсе. Тогда что вас интересует? Подсобки, служебные помещения, неформальные связи сотрудников. Спросите об этом у ваших коллег. Да, это обязательно. Но меня интересует и ваше мнение. В смысле? Как организован рабочий процесс. Хотелось бы увидеть гостиницу изнутри, вашими глазами. Сейчас мы в северном корпусе. Орготдел обычно работает с западным. Туда поселяют иностранцев и особо важных гостей. Предлагаю, капитан. Вообще-то я Алексей. Как скажете. Пойдемте дальше. Пойдемте. Мне просто нужен неприметный человек, и все. Да делов-то 5 минут зашел, вышел. Да пошел ты! Что, сговорились все, что ли, сюда? Да что ж такое? Здравенький Белый, помочь? Да нет, он только что работал. Давай на свой снимок. Снимка потом вышлю. Ого! Что это за техника такая шпионская? Фирма? Да нет, зачем? Наш, родной Киев 30. Давай, вставай. Еще разочек. Все, Гарик. Леня. Привет. Через неделю с ним вышлю. Адресочек, конечно. Ага. Ого. Спасибо. Да ладно. Как ты к людям, так они к тебе. Слушай, Леня, а может, ты тоже меня немного выручишь? Да, конечно, Гарик, о чем речь?
Дело минутное. Я в гостинице «Россия» работаю, и у меня у коллеги день рождения. У меня там каждая собака знает. Я им подарок приготовил. Они, если увидят, разболтают, сюрприза не получится. Все дело только сумку с подарком внутрь занести, и все. А дальше я сам. Да не вопрос. Сможем? Да. Ну, отлично. Пойдем в машине, у меня сумка там. На башне установили куранты. С 1920 года... Простите, у вас свободно? Да? Присаживайтесь, пожалуйста. Экономерч. А вот ваш товар. Все по списку, как договаривались. С вами приятно иметь дело. Забирайте. Сумма в мелких купюрах. Наверное, пересчитывать лучше не здесь. Что будете заказывать? Она спрашивает, что вам принести? Una vodka, per favore. Это переводить нам не надо. И организуйте, пожалуйста, закуску какую-нибудь. Хорошо? Спасибо. Желаю приятно провести время. Можно приобщаться к искусству прямо на рабочем месте. Сегодня, например, праздничный концерт. Руководство города в гостях. Вижу. Пойдемте дальше. Сердце мое звучит, звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. И выполнить этот заказ. Голова просто раскалывается. Я второго отделения не выдержу. Давай уедем. Ты видел, какие у Юрия серьги? Нет, не обратил внимания. Ну что, тебе срочно нужны точно такие же? Я бижутерию не ношу. Просто Ираэда вечно так вырядится. Ведь никто не скажет, что она блестит, как купчиха уездная. Тебя Гришин-то хотел, а? Весь концерт с ним прошушукались. Опять без меня меня женили. Гришин историю затеял. Теперь на меня сгружают. Что за история? Принято решение одной испанке драгоценности подарить. У них там теперь демократия, Франко скинули, а она член парламента. Гришин на голубом глазу заявляет, все уже согласовано, исполняйте. Я, значит, материалы достану. Камни достань, номер выдели. Не просто выдели, а полэтажа перекрой. А почему ювелиру надо работать в гостинице, а не в гохране? Мать, ну ты как будто вчера родилась. Подарок секретный. Прознает вражеская пресса, шуму не оберешься. Так что цацку будут вручать в интимной обстановке. Что за цацка-то хоть? Да, Фаберже. Ломаны. В Одессе. Нашли старого еврея, который в этом Фаберже еще до революции работал. Будет реставрировать. Работал у Фаберже. Это сколько же ему? 100 лет. В обед. На днях к вам в гостиницу привезут особенного гостя. Глаз с него не спускать, пылинки сдувать. Будем считать, что это ваше первое ответственное задание. Понятно? Отвечать будете лично передо мной. Завтра вас дополнительно проинструктировать.
Поняла. Что за девка? Она не девка, она член партии и сотрудница орготдела гостиницы. Ну-ну. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Мне поручено выполнять любой ваш каприз. Любой каприз? Вы сделали мне смешно. Какой каприз? Одни мигрени. Вот до войны за такую барышню я бы умер. Посреди полного здоровья. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Какое варварство. Прошу. О, спасибо. Спасибо, Андрей Драгидонович. Если Владимир Федорович спросит, скажешь, в ГУМ ездили, понял? Мне коньячку. Тебе? Чай. Только чай. Да, коньяку французского принесите. Ну и что? Ювелира поселили в западном корпусе. Поставили охрану, никого не пускают. Надо найти какой-то серьезный предлог. Ну ты найди и скажи старику, что я хочу с ним поговорить. А как? Мне нужен этот ювелир. Да, хорошо, поняла. Тук-тук-тук. Ксения Романовна, простите, пожалуйста, я вас отвлеку буквально на минутку. Дело деликатного свойства. Приехала супруга товарища Промыслова. Она хочет встретиться с ювелиром, которого у вас поселили. А откуда она узнала? Это же секретная информация. Ну, не смешите меня. Она жена председателя Мосгорисполкома, хозяина Москвы и всей этой гостиницы. От нее не может быть секретов. Ну, так что? Не знаю. По инструкции он не должен ни с кем общаться. Ксения Романовна... Что Ксения Романовна? У меня есть начальство. Обратитесь к Искре Ефимовне. Если она распорядится, то... При чем тут Искра Ефимовна? Искры Ефимовны нет на месте, а Ирина Осиповна не может ждать. Она увлекается ювелирным искусством, а тут человек, так сказать... Работал ведь у самого Фаберже. Возможно, она хочет получить консультацию. Но она сейчас в высотке, в ресторане. Давайте, приедите туда, ювелира. Это же в ваших интересах. Я попробую. Для горелки мне нужна будет канистрочка бензина. Вы что, меня пожарная охрана живьем съест? А без бензина никак? Хорошо. Будет вам бензин. Только у меня к вам встречная просьба. Приехала супруга товарища Промыслова. Того самого Промыслова? Очень хочет вас видеть. Что это вдруг? Товарищи из органов мне говорили, что обо мне никто ничего не будет знать. Предупреждали о провокациях. Ну что вы, Соломон Маркович, какие провокации? Она же супруга председателя Мосгорисполкома. Уделите ей время.
прошу вас, буквально 10 минут. Соломон Маркович, может быть, коньячку? Соблазнительно. Будьте добры, вторую рюмку и запишите на орготдел. Ну-ну. Вы как освободитесь, попросите меня вызвать, я провожу вас в номер. Ишь ты, фифа. Терпеть не могу, когда обслуга борзеет. Так чем могу вам быть полезен? Где ювелир? Соломон Маркович беседует с супругой товарища Промыслова. Они в ресторане «Высотки». Ксения, что вы натворили? А что такое? У вас же были четкие указания. Ни с кем никаких контактов. Да что случилось-то? Приехала супруга товарища Гришина. Она внизу. И желает немедленно встретиться с нашим ювелиром. Понятно. Этим дамам никак нельзя пересекаться. Они на дух друг друга не переносят. У нас есть железная установка. Никаких встреч. Только присутствие мужей. И что нам делать? Я сказал Гришиной, что ювелир спит. Его нельзя беспокоить. Она требует вызвать кого-нибудь из начальства. Мое начальство, Искра Ефимовна. Искра в ЦК. Ксения, вы заварили эту кашу? Вам расхлебывать. Камни я достану, металл есть, все есть. Главное, чтобы серьги были точно такие же, какие вам выдали. Точная копия. Конечно. Это должен быть настоящий Фаберже. А не какая-нибудь бижутерия. Понимаете? О чем вы говорите? Здравствуйте. Меня зовут Ксения, я из орготдела. Вы хотели меня видеть? Вас? Мне нужен ювелир и кто-нибудь из начальства. По штатному расписанию за особых гостей отвечаю я. Соломон Маркович очень пожилой человек и сейчас отдыхает. Вы вообще понимаете, с кем вы сейчас разговариваете? Конечно. Вы супруга товарища Гришина. Но за нашего гостя я отвечаю не только по служебной, но и по партийной линии. Перед Политбюро и перед вашим мужем лично. Простите, конечно, но откуда мне знать, вдруг вы меня проверяете по его просьбе? Я вас проверяю, чушь какая. Простите еще раз, я сейчас же позвоню товарищу Гришину, если он распорядится, тут же провожу вас в номер. Не надо никому звонить. Виктор Васильевич занят, и в моем приезде сюда он ничего не знает. Я бы хотела встретиться с этим ювелиром как бы частным образом. Тогда давайте сделаем так. Из уважения к вам я постараюсь все устроить. Но вам все-таки придется немного подождать. Прошу. Садитесь в баре на 7-м этаже, угостите ее чем-нибудь и ждите меня с ювелиром. Как я ее угощу? Бар валютный. Бармен все запишет, я потом закрою счет. Да, непростая дама. Вы о ком? Об Ирине Иосифовне. И часто вам от таких, как она, достается. Вы знаете, здесь простых не бывает. И, кстати, еще одна непростая дама ждет вас в баре на 7-м этаже. Жена товарища Гришина. Да, того самого. Очень просит уделить ей время. Нет, вы только посмотрите. Я делаюсь популярным. Вот что значит Москва. Здравствуйте. Я Соломон Маркович. Эта девка уверяла меня, что вы спите. Вы имеете в виду Ксению Романовну? Ну, я не знаю, как ее зовут и знать не хочу. У меня есть заказ. Муж говорил, вы реставрируете гарнитур работы Фаберже. Сможете сделать копию? Точную копию? Конечно. Все, что захотите. Thank you.
утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ксения Романовна. А это вы? Здравствуйте. Доброе утро. Продолжим экскурсию? Хорошо. Пойдемте в радиорубку. Трансляция, пожарное оповещение, аппаратура для конференции, все там. Здравствуйте. Знакомьтесь, капитан Ракитин. Он у нас теперь отвечает за безопасность. Здрасте, Семен. Если что починить, ко мне. А это Пашка. Здравствуйте. У меня вот как раз сломалось. Посмотрите. Конечно. Кассетку-то вы убили. Восстановлению не подлежит. А магнитофончик посмотрим. Советское, значит, живучее. Хорошо. А что это у вас тут такое играло? Нью-Йоркес. Again. Дадите послушать. Я верну. Ну, спасибо. И ювелир еще просит литровую канистру бензина. Какой бензин? С ума сошла? Зачем? Он ему нужен для горелки. И речи быть не может. Ну а как же быть? Без бензина он не сможет выполнить работу, а это задание товарища Гришина. А если эта горелка полыхнет, не дай бог, отвечать будет не товарищ Гришин, а Искра Ефимовна. Ладно. Если уж так необходимо, разрешаю, с одним условием. Лично проследишь, чтобы этот старый еврей аккуратно обращался с огнеопасными материалами. А то не сносить головы ни тебе, ни мне. Поняла? Поняла. Иди уже. Маркович, вот то, что вы просили. Этой канистрочкой вы спасли великое искусство. Спасибо. Скажите, а зачем вам бензин? Видите ли, милая барышня, это эмаль. Смесь металлов и стекла нагревается до очень-очень высокой температуры. Так, чтобы она начала светиться. А затем наносится слой за слоем. Какая тонкая работа. Ювелирная. Скажите, а можно мне остаться и посмотреть, как вы работаете? Конечно. Вы делаете мне приятно, что интересуетесь работой старого Соломона. Этот гарнитур принадлежал Матильде Кшесинской. Слыхали про такую? Конечно, знаменитая балерина. У нее еще был роман с Николаем II. Как приятно иметь дело с образованной барышней. Так вот, фройлен Кшесинская пользовалась большим успехом у сильной половины дома Романовых. Ей все дарили драгоценности. Эта женщина стала богаче самого Креза. Так странно. Теперь ни Романовых, ни Кшесинской, а эта красота осталась.
Алло, Семен? Здравствуйте, Семен. Это Ривкин Соломон Маркович. Спасибо, не дождетесь. Семен, я хочу в стразы. Но не тот мусор, что держат в Москве за стразы, а стразы. Вы меня понимаете? Здравствуйте. А у вас тут Гарик работает экскурсоводом. Зачем он тебе? Так экскурсию организовать по Москве. Ну, для училища он обещал. В баре он, на первом этаже. Он туда, видишь? А, спасибо. Чего хотел? Горину насчет экскурсии. Гарик, привет. Привет. Мне швейцар сказал, что ты здесь, ну и вот. А, курсант. Слушай, ты прям Шерлок Холмс. Ага. Я за фотографиями. Ты искал где-то через недельку? Слушай, брат, прости, не напечатал. Вот замотался, не напечатал. Ну, все будет, все будет. Давай, ты садись. Нет, у меня увольнительный только до 20:00. Так времени полно, давай садись, поешь. Ну, как поживаешь? Где ты учишься-то? А, Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. О, круто. И как? Ничего, сессия на носу. Преподы звери. А, понятно. Откуда только люди джинсы берут? А ты что, джинсами интересуешься? Да не, я не для себя, просто... Ребята со старшего курса рассказывали, как они одному преподу джинсы достали и подарили. А он им за это ни одного невода не поставил. Мы бы с ребятами тоже скинулись. А ты соображаешь. И сколько там у вас этих преподов? В смысле? Ну, в этом вашем институте. В училище. Ну, человек 100. Ничего себе, это же у каждого препода по жене, там еще дети, родственники. Нет, богатая клиентура. Ты о чем? Я о том, что нравишься ты мне. Леня. Да, Леонид. Я тебя, Леонид, сведу с правильными товарищами. Будут тебе и джинсы, и все, что захочешь. Правда? Ну, конечно, конечно. Будем с тебя чайка делать. Пока вон, поешь. Ее зовут Марина Широкова. Русская. Внучка белогвардейского генерала. Он драпал из Крыма с Франклином. А сел в Париже. Всю жизнь был ярым антисоветчиком. А яблоко от яблоньки недалеко падает. Зачем же ее тогда пустили в Союз? Руководству лучше знать, кого пускать, а кого не пускать. Широкова приехала по линии профсоюзов. Тут вопрос деликатный. Ты в шахматы играешь? Ну, немного, как все. Ты как все. А вот Воскресенский, знаешь такого? Он у нас гроссмейстер. Один из лучших шахматистов мира. Это Широкова за ним охотится. Подцепила на турнире во Франции, теперь изображает любовь и подбивает эмигрировать. А эмиграция это значит что?
Ущерб международному престижу и спортивной мощи страны. Верно мыслишь, майор. Большой ущерб. Теперь смотри. Чемпион мира сейчас наш Карпов. За океаном спят и видят, чтобы невозвращенец Корчной его обыграл. Если Воскресенский уедет на Запад, тренировать Корчного будет он. Да пусть хоть что ли тренирует. Карпова обыграть невозможно. Это не нам решать. Наше дело выполнять задачу, которую поставили товарищ Брежнев и товарищ Андропов. Гроссмейстер Воскресенский должен остаться в Советском Союзе. Ясно?